Если спросить человека, любящего музыку, что такое симфония, он ответит примерно так. Это большое четырехчастное произведение для симфонического оркестра. И, конечно, назовет авторов самых известных симфоний. Имя Моцарта, Бетховена, Чайковского. А если спросить об этом музыканта, то первое имя, которое он назовет, будет Гайден. Гайдена величают отцом симфонии. Именно он создал этот жанр. И именно в его симфониях, а он написал их 105, сложился тот состав концертного оркестра, который мы называем классическим или малым. Он написал 105 симфоний, но среди них есть одна не совсем обычная. Написанная в один год с траурной симфонией, драматической сонатой до минор, она рассказала о безрадостных днях жизни композитора. Весельчак Гайден, который однажды устроил на улицах Вены кошачий концерт, заставил своих музыкантов играть всех вместе, что попало. Выдумщик Гайден, у которого в таком серьезном сочинении, как симфония, в один прекрасный день зазвучали детские свистульки, трещотки, детская труба. Но неудивительно, ведь он и симфонию-то назвал детская. Добрый папаша Гайден. Он скупил в один прекрасный день все игрушки на ярмарке и раздарил их детям. Гайден оставил нам такие строки. «Я несчастное существо, замученное работой. Так мало свободных часов, множество неприятностей, о которых я даже не говорю. На мою беду князь почти все время проводит в замке. Половину артистов хора и оркестра постоянно болеет. Поэтому ни опер, ни симфоний ставить не приходится. И вы можете себе представить, каких усилий стоит мне развлекать его сиятельство. Уж последнее время не знаю, капельмейстер я или капельдинер, княжеский лакей». Вот эти грустные строки и мелькают на страницах прощальной симфонии. А поводом для ее написания послужило следующее обстоятельство. Князь не платил музыкантам денег, не давал им отпуск, но требовал исполнения новой симфонии на очередном празднике. И Гайден написал ее. В назначенный день собралась публика, все музыканты заняли свои места. Гайден взмахнул смычком, и зазвучала музыка. Тревожная, взволнованная. Слушатели недоуменно переглядываются. Откуда такое волнение и драматизм в музыке весельчака Гайдена? Может быть, в конце что-нибудь изменится? Но звуки метались, как обеспокоенные перед бурей птицы. И вдруг оркестр замолчал, и полилась тихая, светлая музыка. Каждый музыкант, заканчивая играть, гасил свечу и покидал сцену. Симфонию закончили две скрипки. Вот такую музыкальную забастовку придумал Гайден. Князь понял намек, расплатился с музыкантами, дал им отпуск. Но это только повод для написания этого произведения. Не всегда было весело капельмейстеру Гайдену. Thank you.
1791 год. 30 лет своей жизни отдал Гальден служению Эстергази. Вчера похоронили старого князя, а сегодня молодой распускает почти всех музыкантов и певцов. Он не любит симфонии и опер. Ему нужны рога для охоты и марш трубачей для парада. Гайден остается капитаном без корабля, капельмейстером без оркестра. Он продает свой маленький домик и переезжает в Вену. Здесь он продолжает сочинять музыку. И вот в один из ненастных осенних вечеров к нему явился английский импресарио Петер Соломон. Он пригласил Гайдена посетить Англию, страну, где знают и любят его музыку. И вот на 58-м году жизни ему предстоит впервые увидеть море, впервые пересечь границу своей страны. Гайдена провожает лучший друг Вольфганг Амадей Моцарт. «Папа Гайден, вам будет тяжело в чужом краю, вы ведь уже не молоды. И к тому же так плохо знаете иностранные языки». «Ничего, друг мой, я еще силен и бодр, а язык моих симфоний понятен всему свету». И Гайден не ошибся. В Лондоне в честь Гайдена поэты писали стихи. Художники рисовали его портреты. А знатные дамы носили повязки, на которых жемчугом было вышито имя Гайден. Но вот из Вены пришли горестные вести. Умер Моцарт. Пожалуй, никто так не был дорог Гайдену, как этот солнечный луч его жизни. Когда Моцарт приходил, в комнате Гайдена становилось светлей. Когда он начинал говорить, казалось, будто слетелись ангелы. Когда он уходил, жилище Гайдена было снова серым и безликим. Я счастлив, что был знаком с этим гениальным человеком. Он много выше меня. И Гайден, которого Моцарт справедливо считал своим музыкальным отцом, берет в руки симфонии Моцарта как учебник. Ему, Гайдену, многому можно поучиться здесь, ведь он продолжает сочинять музыку. За свои два приезда в Лондон он написал 12 лондонских симфоний, сделал обработку более 400 шотландских народных песен. Пастухи, туда спешите, где укрылся тирсий свой. И ему вы расскажите, как тоскливо мне. Последние годы жизни Гайден провел в предместье Вены Гумбендорф. Всем соседям интересно, как поведет себя любимец Вены. Говорят, с ним знакомы все короли Европы. Говорят, что одних перстней с бриллиантами и золотых портсигаров, кубков хватит на витрину целого ювелирного магазина. Интересно, по какой цене он будет продавать яблоки, которые растут в его саду? Каково же было удивление сплетников, когда Гайден собрал всех мальчишек и девчонок со всей улицы, и они в четверть часа обнесли его роскошный сад. Отдать все яблоки детям? Такого в Гумбендорфе еще не бывало. Ежедневно возле домика Гайдена останавливается почтовая карета. Ему вручают большие пакеты. Это ноты, напечатанные в разных странах мира. Нередко возле домика Гайдена останавливаются роскошные экипажи. Однажды приехал сеньор Карпани. Он поспешил поделиться радостью. В Вене сыграна новая симфония нелюдимого коренастого ученика Гайдена, молодого гения Бетховена. А однажды пожаловал сам адмирал Нельсон. Он попросил в подарок перо, которым были написаны оратории, сотворение
мира и времена года. Да, Гайден знаменит. Филармонии Парижа и Лубианы назвали его своим почетным членом. Звание доктора музыки присвоил Оксфордский университет. Медали прислали Франции и России. Теперь он уже не пишет ничего, приводит в порядок ноты, да любуется золотыми воспоминаниями прошлого. Неужели Гайден, в жилах которого течет настоящая крестьянская кровь, в музыке которого звучит настоящая крестьянская песня, неужели он может так радоваться этим золотым побрякушкам? Неужели Гайден, который вынес годы рабского труда у Эстергази, прошел через голодное детство и юность, неужели он изменил себе? Нет, Гайден не изменил. Он стар. Он устал. Он, как старый солдат, глядя на свои боевые ордена и медали, вспоминает свой нелегкий путь к победе. За 9 дней до смерти снаряды наполеоновской армии падали возле домика Гайдена. Ему предложили эвакуироваться, он отказался. А за 5 дней до смерти, едва переставляя ноги, он в последний раз подошел к клавесину и дрожащими, негнущимися пальцами сыграл свой австрийский гимн. Гайден умер, не узнав о горе своей родины. Войска Наполеона взяли Вену. Но он переступил порог бессмертия. Он оставил нам 105 симфоний, 24 оперы и опереты, 50 инструментальных концертов, 77 квартетов и множество других сочинений, которые искрятся яркими солнечными лучами, приносят радость людям. Thank you.